В Екатеринбурге на улице Токарей в пробке было зафиксировано забавное явление природы. За рулем мощного бездорожного крузака ехал мелкий пацаненок лет 2-3 и рулил. Судя по 161 номерам, эта семья закатилась к нам в горы из Ростовской области. Не, ну в общем-то ничего сверхэкстравыдающегося нет в том, что в пробке на низкой скорости батяня посадил сынульку-роднульку на колени и дал порулить. Ну, чай не трасса. А наши люди, снимавшие все это на регистратор, видимо, хотели всего лишь дать зрителям в сети поржать. О, типа, крузаком может управлять даже малыш. А по факту они ведь спалили эту семью. Ибо возить мелкого ребенка без кресла, на коленях, тем более за рулем, это косяк. И гаишники сейчас по этому видео могут легко определить номер и прислать пилоту бездорожника штраф. Другое дело, что нафиг кому что надо за такую фигню заморачиваться, тем более регион-то не наш, а ростовский.